Около 15 километров велодорожек обновлены в Химках. Разметку наносят специальной краской с резиновой основой. Это наиболее практичный вариант. Держится намного дольше. Делают это в первую очередь для безопасности пешеходов и велосипедистов. Каждый должен передвигаться по своей части тротуара. Пока еще не все пешеходы привыкли, что рядом с ними могут пролететь велосипедисты. Велосипедистам иногда не нравится, что пешеходы по велодорожкам ходят. Поэтому мы и решили сделать велодорожки ярче. Особое внимание коммунальщики уделяют безопасности самих велосипедистов. На пересечениях с проезжей частью их дорожки закрашивают в красный цвет. Здесь любители крутить педали могут продолжать движение, если это позволяет светофор. Также в скором времени в городском округе планируют обновление пешеходных переходов и нанесение разметки на 18 километрах дорог. Параллельно обновляют синюю краску на местах стоянки авто для инвалидов.